Так. Попробуем быстренький забег. Забег. Короче, по ходу дела объясню. Что у нас будет на особый удар Афродита, на основной удар Артемида. Попробуем спамать двойной дар. Молоточек на рикошеты. Все остальное. Посмотрим, как это у нас это получится. О, сразу кувшинчик золотой. Дай особый удар. О, отлично. Отлично. Мне это нравится с самого начала. Где вы, враги? И еще кувшинчик. Так, думаю, нам ХП лучше взять. Ключик. Давай ХП возьмем. Тьма и ХП. А это. Так. Так, так, так. Еще ХП. Отлично. Куда летишь? Что такое шустро? Что такое шустрый, а? Так, Посейдон не интересен. О, подожди, а чё тут? Я уже забыл, чё я тут? Да-да-да, что, тьма, исцеление, золото? Золото? Подарить? Да? Почему бы и нет? Он мне бафнет что-то. Ой, не на ту нажал. Что ты мне бафнул? Бонус к золоту 1%. Красавчик. Какой Дио? Алло. Нафиг не ваш Дио. Дио на фонтаны, кстати, нормально еще. Это еще пойдет. Куда? Опа. Дио на фонтаны. Прошу тебя. Получаете меньше урона, если у вас так. Если что так. Пускай это будет. Даже ролить не буду. Урон мне уже нравится. Хо-хо-хо. Ты там стреляешь лазерами своими, а? Опа. Рыбачим. Time to fish. Пуль. Так, что у нас у хаос нужно? Правильно. Урон особого удара. Блин. Там кувшин золотой был. Ладно. Да-да-да. Не. Вот это неплохо. Не. После этого атака, после рывка. Давай-ка это возьмем.
Золото — это дары, это улучшение, это ХП, это все. Ямба. Оп. Магазин. Артемида молоток. Ой, как хорошо. Рикошет. Нет. Удерживается атака, чтобы нанести стремительный особый удар, заменяется на бросок, носящий 50 по урону по облаке. Нет! Так, а после рывка? Ну, давай. И вот это. Ну, короче, ну такое. Ну, это неплохо. Давай. Выживу. О, атака пошла, да? Дамаг. Еще у Артемиды взять Support Fire? Будет неплохо, да? Тихо. Ау. Мне же не обязательно всех убивать. Главное жить. Хорошо. Магазин. Давай Афродиту, Артемиду. Денег нету. Понял. Не смею задерживаться. Трэш гад. В переводе. Мусорный бок? Тихо. Подруга, как тебе урон? Ау. Ну, рывок мой сократился, конечно, очень сильно. Из-за этого я урона много принимаю. Тихо. Иди. Сосочка, ты где? А, ну так нечестно. Так в натуре нечестно. Умри. Фух. Жизнь не потратил, уже хорошо. Так, что мы взяли? Артемида у нас появится, по-любому Афродита есть, значит, оберем Афину. Для чего? Правильно, для чего? Для ульты и для рывка. Афиночка. Мы можем, в принципе, золото взять. Уже поздно. Let's go. Кстати, дебаф сейчас спадет. Я должен буду золото в два раза больше получить. Дебаф хаоса. Ну, где враги? Ой, аху гадюки. Крысоподлы. Есть бабло. Ой, Гермес, друг, я тебя не могу пропустить.
тебя такие приятные бафы. Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Дальность рывка такая, ну, порезанная, такая неудобная вещь, конечно. На тебе бутылку. Держи, братюнь. У тебя всегда приятные бафы. Так. Скорость бега будем компенсировать сокращенную дальность рывка скоростью бега? Я думаю, да. Нужно же как-то доджить все. А газ? Сколько у меня там денег? 200 с чем-то, да? 247. Так, Афродиточка. Дай-ка мне. Подожди. Секундочку, Афродита, можно я посмотрю твои дары? Вот это мне надо. Разрыв сердца. Солнышко, Афродиточка. Ну давай, пока это возьмем. Думаю, вполне неплохо. Афина. Артемида или Афродита? Нужно с их словить. Ауч. Мэг. А чё ты не цепанул? Харе. Вообще неудобно. Ау. Ну давай. Хорош. Гадес Афина. Рывок. О. Не пугай меня так. О. До, прошу тебя. А у меня еще рерол хоть один есть? А, не вижу. Где враги? Вражины. Где вы? Дузняк. Молодой. Дай, пожалуйста, дуо. Нет, не дал. Блин, Гермес. Давай, не могу я Гермеса пропустить. Не могу. Ну, не могу. Но это же Гермес. Мне бы от него рывки взять. Было бы неплохо. Аж мир рывков. О. Благодарочка, Афродита. Афродита. Дай, пожалуйста, мне дуо. Артемидой. Прошу тебя. За что? Ну давай.
Но урон есть. Тихо, ребята. Тихо. Ой-ой-ой. Да тут... За читерская атака была проведена. Убей ее. Убей. Рожь. Почему музыки не слышно? Она же не на минимуме. Так. Где музыка? Так, Афину мы использовали. Артемиду. В принципе. Чтобы на 100% появилась. И дала нам дуо. Братский. Мама. Нет. Продать можешь что-нибудь? Сколько там время? Мне надо по делам. Рвану. Take me up. Доджим рыбалочку, потому что мне нужно поспешить. Молоточек. Молоточек нужен. Как приятно этих котят ваншотить. Тихо. Нет. Есть контакт? А, круговая особая ударная шанская, если... О. Вот это неплохо, кстати. ХП. Что-то они жирноватые, да, ребята? А музыки так и не появилось. Нету музыки. Все, закончилось. Магазин. Денег у меня достаточно. Афина. Ульта. Давай так. ХП. Артемида. Make help. Шустро. А дуо не дают. Так, метка. Я думаю, по броне урон увеличенный получше будет.
враги. Утывка. Артемидка. Дайду по-братски. Прошу тебя. Вот сколько можно не давать мне дуо? Тихо, тихо, тихо. Откуда бьете? Я пропустил. Хоп, хоп. Дуо, 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 дуо. Тварь. Тварь. Ты уже дала все. Дала все. Кроме дуо. Оп-оп-оп. Денюшки. Ох ты, 200 бабла. Сразу дали. Мур-мур-мур. Мур-мур-мур. Мяу-мяу-мяу. Дуо. Какое дуо? Че я несу? О, Афродита еще одна. Афродита, дай. Ну дай, ну прошу тебя, ну дай. Да. Неужели? Так, эффекты с критическим уроном наносят еще больше урона ослабленным врагам. То есть я наношу урон особым, а дальше бью обычной атакой. То и будет увеличен урон. Интересно. Посмотрим, как это будет действовать. Как я буду урона наносить. Я не раньше ни разу это не собирал. А когда у него появилась такая атака? Будешь долго прыгать? Ах, так нечестно. Эй. Эй-эй-эй-эй-эй. Ну за что? Я понимаю, что я рак, но ну за что? Нет. Нет. Нет.
Нет. Нет. Нет. Нет. Хочу жить. Ой, оракал, оракал. Уже все движения позабывал врагов. Да. Нет. Рак выиграл раков. Еле-еле. Так. Ну что мне взять? Желудь. Да? Восстановить жизнь нету. Ух ты! Чё это на голове? Магия? Ладно. Чё там у нас? Кейтс. Погнали. Последний этап. Ну как последний, предпоследний. Ну последний перед Аидом. Я только что осознал, что походу у меня Аид обычный. То есть без пакта. И это косяк. Так. Так. Сразу пройдемся. Артемида. О, кофейни по-любому нужно идти. Ау. Тише. Оп. Вроде урон есть, а вроде бы и нет. Непонятно. О, это что? Все, что ли? Я с первого раза, что ли, прошел? С первого туннеля? Удивительно. Может, нет? Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Тише. Опять? За что? Пей водичку, пей. Как я не люблю этих плевков. Афина, дай мне ульту. Давай. Без ульты будем. Давай уже порыбачим. Если ты уже настаиваешь. Так, что, ХП взять? В принципе, суппортфайр можно отсюда вытянуть, правильно? Да? Крысюки. Суппортфайр неплохая тема. Ай-яй-яй. Да чтоб тебя. Сгинь, нечистая сила.
А-а-а. Ой, да такое. Тихо, 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 уходи. Так, что нам предложишь? Support Fire, как раз. Зачем шли, то и получили. Так, хп золото, давай хп возьмем. А вот с суппортфайером так неплохо, да, выглядит? Я б сказал. Вроде и дамаг есть. Вот не точно. Опять не угадал. Серьезно? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, опять не угадали. Ну пошли за деньгами. Нет, я скажу, что урон есть. Неплохой урон. Сразу особым, потом обычной атакой. Ну как обычной? Атакой после рывка. И неплохой урон заходит. Но есть один существенный минус, то что рывок очень короткий. Опа. Бабла у меня сейчас 1300, можно и закупиться. Так, давай, Гермес. Дай мне скорость атаки там. После рывка недолго стань стойким и двигайся на... О, неплохо, кстати. Вот это я возьму. Вот это я тоже возьму, кстати. Опа. Кстати, это неплохо выглядит. И хпшечку. Очень даже неплохо выглядит. Здорово, Аид. Здорово, братишка. То есть, братишка. Отец. Здорово, батя.
Чекаем урон. О, так нормальный урон, да? Я так скажу. Неплохо ему заходит. Чу-чу-чу-чу-чу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну это я подставляюсь очень сильно. Но это будет не для меня очень легко, потому что я не поставил сложность. Что? Это изи. А урон неплохой. Тихо, 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 солнышко. Батяня, ты чё? Ты чё с ума сходишь? Игнорим тебя по полной. Пофиг. Да пофиг. Не страшно. Моя ошибка. То, что я... пакт не активировал, или как он там, я уже забыл, как это все называется. Но билд прикольный, довольно-таки прикольный, урона много, но не имба. Ну так чисто по приколу можно. Ладненько, спасибо за просмотр, спасибо за комментарии, я их, кстати, читаю. Длительное время меня не было, потому что я работаю я вахтой. Я 2 месяца не было, вот. Но было приятно смотреть, как кто-то подписывается, как кто-то оставляет комментарии, там, говорит, продолжай, там, в том же духе. Мне очень приятно. Вот. Что, спасибо. Удачи и пока.